имеются в автомашине запрещенные предметы в гражданском обороте, то есть наркотики, оружие и тому подобное. При досмотре автомобиля мужчина решил сразу во всем сознаться. Наркотики он хранил в коробке передач своей машины, где они были плотно утрамбованы. Полицейские обнаружили в автомобиле около 100 грамм запрещенного вещества. Это так называемый наркотик, мука. Порошкообразное вещество белого цвета. На 35-летнего распространителя наркотиков полицейские вышли благодаря оперативной информации. При личном досмотре в кармане одежды мужчины также была обнаружена синтетика. Всего оперативники изъяли 72 грамма синтетического наркотика. По факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление организаторов и других участников преступной деятельности. Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».